Я очень благодарна девочкам-волонтерам из Чехова. Благодаря им мы вчера спасли две жизни. Сначала смогли обездвижить овчара. Его подружка, более старенькая девочка, которую он охранял и которая ходила за ним хвостиком, немножко диковатая. Когда в нее выстрелили, она бросилась по мостику в реку и поплыла. Одна из волонтеров, девушка, не раздумывая, прыгнула за собакой. И когда собака уже начала тонуть, она ее все-таки смогла вытащить на берег. Это было настолько жутко и в то же время настолько безрассудно и удивительно. Есть еще люди с настоящими сердцами. Есть, ребята. Благодаря волонтеру из Чехова, вот такой потрясающей доброй девушке, была спасена жизнь собаки вчера. Да, мы одну за наркозину, она легла, а вторую я ее, получается, там мостик такой, я ее на мостике стрельнул, она на ту сторону перелезла. А обратно начала переплывать, я пока выходил, она говорит, вон она, я смотрю, ее нет ни хрена. А она, блин, это самое, она типа нырнула, она прыгает туда, бля, я стою, смотрю, где вынырнет, бля, все, я ее нашла, я подбежал, вот достал ее, девчонка, вот, да, молодец, вообще классно. И, блин, ей прям это, медаль надо подарить. Так, ребята, у нас за два дня три раненых собаки. Три раненых. Да, мой маленький. Вчера этого подобрали под деревьями. Сейчас будем все это тоже осматривать. Туда. Скорее, скорее, скорее. Да, Ильков, тихо, осторожно. Осторожно, ребята. Тихо, малыш. Тебе нельзя туда. Тебе нельзя, малышка. Так, ты хороший ребенок. Все разлетели, ребята? Пусть так и лежит на простыне, не трогай. Ребят, так, вот здесь постелите, здесь черненький будет лежать, а туда положим сейчас вторую собачку. Девочка, приходи в себя, моя солнышко. Так, ребята, пока она не пришла в себя, давайте срочно обрабатываем рану. Левомиколь сюда, спрей, все, ребята, фелхорник сидит. Глубоко. Надеюсь, мы сможем сами. Сейчас мы хорошо ждем. Сейчас принесут еще мазь. Нет, я думаю, придется сразу. Ребята, машина вообще плохая. Нам срочно нужна еще одна машина. Постараемся все это смыть. У нее и подушечка разрезана. У нее еще и подушечка разрезана. Так, мальчика.
будет хорошо, детка. Все, ребята, она даже хвостиком виляет. Маленькая моя. Все, а промыли, сейчас мазь наложим. Да, моя девочка. Красавица. Хороший ребенок. Да. Сейчас все обработаем. Все будет хорошо. Ребята, я вообще поражена. Она виляет хвостиком. Моя девочка. Ребята, она немножко скулила, а он приполз. А он приполз под ногами. Так, все. Вот так. Вот так. Сейчас будем метаться. Представляете, ребята, он приполз. Маленький мой, я тебя не обижу. Я тебя не обижу. Пока ты под наркозом поглажу, привыкай. Не приставай, девочки, я тебе сейчас отдельно. Я вообще-то тебя заберу отсюда, чтобы ты не мешал. Как ты себя чувствуешь? Малышка моя, хорошик мой ребенок. Ну-ка, посмотри сюда. Маленький мой. Все хорошо. Перевязку уже испачкала, уже испачкала. Ну ничего, все равно все будет хорошо, детка. Мамина. Oh, my God.